переходим дорогу в неположенном месте. Перешли. Итак, в общем, здорово, ребята, с вами Абегор, добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня у нас намечается тренировочка такая хорошенькая с сильными атлетами из Дагестана. Ну, слабых у нас нету. Так, они уже на площади разминаются, скорее всего, уже даже разомнулись, начали тренировку. Я опаздываю, как всегда. Ну, не всегда, конечно, но частенько. Сейчас пойду, тоже начну разминку, разомнусь и покажу вам весь тренировочный процесс. Сейчас, короче, я передам камеру Рамазану, пускай снимает. Надо, снимай его. Оу, щит! Ты, ты оператор. Beautiful! А, он этот хочет сделать. Опа! Оп-оп! Хорошо! Good, good, bro! Good, good! Братишки, всем салам алейкум. С вами Рамазан Гадаров, и сегодня мы тренируемся. Да ну наджу! Надо было вид сделать, братишка. Мне как лень снимать. Могу на АЗа снять, по-моему, сейчас. В этот раз точно. Я сразу после него фронт крыса чисто сделаю. Под музыку. Нафиг, ты так хочешь сделать, что ли? Ай-яй-яй. Он тоже на YouTube хочет. Ты что, что ты такое? Поднимешь? Лудометов говорит, а? Не, не надо. Сразу делаю видео. Вот Рамазан объясняет, как нужно делать ангел, почему у него не получается ангел. Да. Я при вывороте плеч, я вниз ухожу, а мне нужно на месте фиксировать себя. В одном положении, вам тоже советую.
Да, просто... динамика управляет, а динамика не нужна. Да, просто понимаете, вы когда какой-то элемент делаете, вы когда уже хорошо его делаете, вы можете, сами того не замечая, менять технику, и потом будете думать, блин, почему перестало получаться? Надо себя на видео записывать и смотреть, что не так. Здесь планш на одной, да? В общем, тренировочка к концу подошла уже. Рама что-то делает там. Что сказать? Нужно общаться. А что сказать надо? Что-нибудь полезное, наверное, надо. Ребята, будьте позитивными по жизни. Ну сам дай, скажи, что-нибудь тогда. Рама скажи, давай. Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Это влог, как я понял. Это уже конец влога, брат. Это конец влога. У нас была сегодня прекрасная тренировочка. Я не знаю, сколько будет тренировок в этом влоге, но это будет завершающая, как я понял. Так же? Да, там одна будет. Одна тренировка будет. Все, окей. Вы видели сегодня наши результаты. Мы сегодня тренировались на турнике. Мы привезли вот эти маты с Каспийска. Посмотрите на машину и посмотрите на эти маты. Да, черт возьми, это так. Это сделал Ханаби больной ублюдок. Сейчас я вам покажу. Вот он сидит в машине, я не знаю, видно или нет. Он решил все эти маты привезти с Каспийска в Махачкалу, ехать около 20 километров. Я не знаю, что люди думают, когда видят это, ну ладно. Ну все, всем спасибо за просмотр, всем всего хорошего и все будет нормально, все будет хорошо. Ставьте комментарии, пишите лайки.